Дорогие наши гости, мы, конечно, собрались к 10 утра начать концерт, но хорошо, что вы собрались к 12. Выспались, отдохнули в субботний день. Разрешите вас поздравить с открытием русского православного фестиваля семьи в Канаде. Слово предоставляется организатору фестиваля Ирине Мухиной. Спасибо. Welcome to our festival. For the guests who are not speaking Russian, I will introduce and translate a bit, but the mostly it's going to be in Russian, so if you're going to have any questions, please don't hesitate to ask us. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши дорогие семейные православные люди, которые приехали к нам третий раз в наш ежегодний праздник семьи. Вы знаете, мне хочется сказать вас очень много, но я думаю, что многие вещи мы понимаем с вами по определению. Например, что такое семья? Вы знаете, семья имеет столько много смыслов, и когда вы думаете об этом, вы понимаете, что все человечество – это тоже семья. Один поэт написал: «Как люблю я человечество, ведь оно совсем еще ребенок, только-только расправляет плечики из своих космических пеленок». И вы знаете, сейчас человечество имеет очень опасные игрушки в руках. Поэтому мы все это понимаем, и мы знаем, что это влияет на нас. Христианство – это тоже семья. Мы называем друг друга братья и сестры. Мы обращаемся друг к другу так, как обращаются родственники. И вы знаете, русский язык – он вообще удивительный язык, потому что на улице любой ребенок может остановить чужого человека и сказать: «Дяденька, дяденька, а как мне найти свою улицу?» Дядя – это родственные связи. Точно так же про пожилого человека мы можем сказать: «Бабушка, хотите, я уступлю вам место или перенесу ваши сумки?» Вы знаете, что никакой другой русский, кроме русского языка, не имеет таких родственных связей, какие имеет русский язык. Поэтому христиане – это тоже семья, это большая семья, связанная верой, связанная ценности, вера, надежда, любовь. Это те жизненные ценности, которые мы несем с собой. Но мы живем в мире, который западный мир. У них ценности другие. Поэтому нам показалось очень важным собирать вместе именно тех людей, которые хотели бы ощутить рядом плечо единоверца, единомышленника, человека, который разделяет по определению то, что для нас является самым ценным. А это, как правило, наша малая семья, это наши дети. И вот та малая семья, та малая церковь, которую мы можем привнести в этот мир за счет нашей любви. Где ребенок получает первые уроки отношения к миру? Через мать и через отца. Это именно тогда, когда ребенок может оказаться окружен любовью, заботой, вниманием. И именно тогда ребенок вырастет, понимая, что мир именно такой, что он безопасный, что он открытый, что он радостный. И этот ребенок вырастет в сильную, развитую, гармоничную личность. Но семьи бывают разные. У семей бывают свои какие-то вопросы. Именно для этого наш фестиваль и праздник семьи не только развлекающий, но и образовывающий. Мы хотим предложить нашим родителям, тем, которые приехали, бабушкам и дедушкам, образовательные семинары. Мы хотим предложить мастер-классы. Мы хотим объединить возможность узнавать новое о том, как сделать нашу малую семью, а значит большую семью, более гармоничной, более дружной и более нужной друг другу. Светлана Алексеевна представляет у нас школу субботнюю при храме Святой Троицы. Эта субботняя школа является организатором этого фестиваля. Кроме этого, вторая школа – это частная школа «Эрудит», которая тоже привезла сюда всех учителей для того, чтобы мы могли пообщаться вместе. С нами также работает школа «Филиппок», которая приехала к нам со своим спектаклем. Школа танца «Шевченко». Мы очень надеемся, что этот ежегодный фестиваль
будет каждый год прибавлять к себе новые и новые образовательные, развивающие, миссионерские организации для того, чтобы мы становились сильнее, чтобы нашим детям мы могли передать защиту, духовную опору, возможность знать, что рядом с ними есть такая большая община, как православная община, и мы очень надеемся, что вам у нас понравится, и вы расскажете о нас нашим друзьям. Я сейчас передам микрофон выступающим, но в течение этого праздника буду иногда выходить на сцену и объявлять о тех гостях, которые к нам приехали со своим творчеством, со своими поделками, со своими знаниями, со своими товарами, а главное, с желанием послужить друг другу. Поэтому я передаю микрофон музыкальной части нашего праздника, и через некоторое время я к вам приду, а пока скажу, что пироги, блины, бутерброды, если есть проголодавшиеся, вода, квас, лимонад, все для вас сервируют. Спасибо вам за ваше внимание и что вы к нам приехали. Мы начинаем наше праздничное выступление. Сказка «Снежная королева» в исполнении образовательного центра «Филиппок». Руководители Ниничук Светлана Юрьевна и Анна Голубева. И пока они готовятся к выступлению, мы, как гостеприимные хозяева, хотим, чтобы вы отведывали этого хлеба соли. Я пройду по рядам и дам вам кусочек этого аппетитного хлеба, чтобы у вас были силы, терпение. И главное, мы ждем ваших горячих аплодисментов и от наших выступлений. Итак, школа, образовательный центр «Филиппок». Для пересрок. Здесь всюду ждут вас друзья. Чтобы услышать и обнять с дороги. Жили книжные дети, не знавшие бит, изливая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы. One more. Yeah. Очень хорошо. Все. В речку опустили и сдалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края.
Браво, браво! Спасибо. Анкор. Сергей Марценюк. Браво. Подвиги у ВЦ переводом. Хочет доедет. Да, еду. Праздничный вид. В укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии. Как счастлив дом, где все, и дети, и родители вместе верят в Бога. Такой дом. А, вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся.
Hello, my name is Irina Mukhina, and we are running here the third festival of Orthodox Family. We consider this event one of the most important events where we are able to unite families from the different cultures, from the different type of languages, but the one who have a value in the Christianity and Orthodox. And we really invite everyone to join us because it's a lot of activities for kids, for family. We have a wonderful performance, musical, dance performance, and we have a beautiful park which hosts us, and this is Romanian Orthodox Park. We are cooking here for you, we are entertaining you, we really would love to see more people who are joining us in this beautiful place. How about Dusha? Dusha is the center of the unity here. We're really hoping that people who feel the need to get connected through the Dusha gonna come to us and be part of this big celebration. Говори по-русски. Меня зовут Ирина Мухина. Мы третий раз организуем фестиваль православной семьи. Мы приглашаем все приходы, церкви, храмы, школы, семьи, любые народы, которые разделяют традиционную семью, прийти к нам в гости для того, чтобы познакомиться, подружиться и проводить как можно больше мероприятий вместе, для того, чтобы окружающий мир знал о том, что мы есть, что для нас важно и что мы хотим оставить нашим детям. And how do you know all this? Is it your душа or... Did you read something, Tolstoy, Dostoevsky? This was a part of our... Это была часть нашей школьной программы. Но потом эта родовая память, она проснулась во мне, когда меня погрузили в это общество, где оказалось, что для меня очень мало того, что представляет реальную ценность. Здесь все имеет доллар знак, но не все имеет ценность. Все имеет цену, но не все имеет ценность. Очень хорошо. My husband is here, by the way. Oh, where's your husband? Be careful. Oh, he's a big Russian guy. It's too late. Too late. It's too late. Спасибо. You need a big star here, like this one. Red star. Холодная в реке бежит.
я видеть не должна. Боюсь, ему понравится. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. А чего у нас в поселке у девчат переполох? То их будет с позаранов, то их так встревожить мог. На таблых поедет молодой моряк, грудь в зеленых далях, ребля коляк. Где у нас? Where is the basket? In my pocket. In my pocket. In my pocket. Oh, I see. Okay. Прикручи не молодца, при печали красну девицу.